ты обожаешь Харламова, да? Обожаю Харламова. Он сейчас свободен. Ты свободна? Нет. Пресса пишет, что это была его инициатива развестись, и что он уже с кем-то... Я тебе ничего не скажу, но на дне рождения он у меня был свободный и такой вообще легкий. Он мне подарил кулинарную книжку. Я сказала, захаживай, буду и тебя кормить. Всех вылечим, знаешь. То есть, ну, очевидно, значит, расстались хорошо, никто не страдает. Да? Я уверена в этом. То, что Харламов не страдает, это было сильно видно. Короче, завидный жених у нас образовался. Самый завидный. Девчонки, активизируй.